Евгений Баранов никогда не считал себя везучим. Викторина столетия Удмуртии для него первая. Ну, на самом деле, приз, да, первый раз такой. У меня в жизни больше таких подобных опытов такого не было. Сотрудник радиозавода признается, в хозяйстве как раз не хватает электромясорубки. Вещь нужная в быту, особенно для семьи с детьми. Кстати, именно для поддержки семейных ценностей он и пришел на голосование 26 июня. Очень много таких поправок, которые как бы существенно изменят или поменяют как бы дальнейшую жизнь, и мою в том числе, как семьи, и у семьи, у которых есть дети в первую очередь. То есть там очень много на этом идет уклон большой.